Один из филиалов многофункционального центра посетил депутат Государственной Думы Ярослав Нилов во время своего рабочего визита в Ненецкий округ. Гостю рассказали о показателях работы сети многофункционального центра, о перспективах и планах на будущее. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в Ненецком округе производится в 28 окнах МФЦ. Из них 5 в Наринмаре, 5 в поселке Искателей и по одному окну в каждом населенном пункте региона. На сегодня офисы МФЦ предоставляют порядка 180 услуг. Перспективы работы учреждения Ярослав Нилов обсудил с директором МФЦ Эдуардом Бухариным. Большой очень спектр услуг региональных. Это 97 услуг. И в основе своей это 72 услуги, это услуги в сфере социальной защиты. Очень много услуг, связанные с выплатами пенсионеров. Одна из последних новых услуг – выдача социальной карты населению. Сегодня с помощью карты осуществляется выдача питания для детей. Эдуард Бухарин отметил, что количество заявителей растет с каждым годом. За 7 месяцев текущего года оказано столько же услуг, сколько за весь прошлый год. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР на себе испытал процесс получения госуслуг в режиме одного окна. Все, я встал, и дальше на экране, видимо. Да, сейчас голосовое будет. Номер 1. Окно 6. Метод одного окна – один из принципов борьбы с коррупцией, говорит парламентарий. Особенно удобно для граждан то, что копии документов и фото, например, на водительское удостоверение, можно сделать прямо в офисе. Удобно. Чисто, аккуратно, комфортно и удобно. И самое главное, что это в ногу со временем снижает затраты, позволяет гражданам планировать свое время, понимая, когда очередь, когда лучше прийти, когда лучше обратиться. И со временем, я думаю, что это правильно, чтобы со временем такие услуги, они могли бы какие-то дополнительные услуги оказываться, когда государство могло бы зарабатывать. Вот, наверное, слышали вы о том, что предлагают красивые номера на транспортные средства продавать. Вот, пожалуйста, через такие центры это можно было сделать. По словам депутата, сам услугами МФЦ он воспользовался один раз, получал доступ к сервису госуслуги. Один из возможных путей развития сети МФЦ, сказал Ярослав Нилов, это введение платных услуг. Так структура сможет зарабатывать средства и снизить нагрузку на федеральные и региональные бюджеты. Надежда Литкова, Вадим Носкин, телеканал «Север».